Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Мы сейчас трудимся на даче. И посмотрите, я вам снимал видео. Осенью я сажал сеянцы, саженцы, сосны. Мы сажали сосны, ели и мугус, по-моему, сосны. И уже не помню, сколько, 50, 50 чем-то штук. Я уже по 54 или 52 штуки у нас получилось. Засадили вот переднюю часть. А мугус посадили и посадили тоже ели. И давайте сейчас мы посмотрим, куда из всех вот прижились просто все. То есть сейчас весна, мы сажали осенью, сажали, посмотрите, сажали по-спартански. Вот они все прижились. Покажу, вот они все в ряд. Сажали по-спартански. Как вы спросите по-спартански? Я просто говорю, я лопату штыковую втыкал, делал углубление. Туда вставляю, туда поливаю, наливал воды, и как вот лесники сажают, и в эту щель, расщелину вставлял вот этот саженец, немножко поливали воды мы туда, трамбовали, все, сверху песочек. Вот так вот посадили, как мы видим, они все у нас живые. Вы можете посмотреть. Давайте пройдем. Спартанская такая посадка, я так никогда не сажал. Эти сеянцы, если не ошибаюсь, ну не помню, по-моему, если не ошибаюсь, они стоят около 50 рублей штука. Я уже просто сейчас уже не помню. По первому видео можно точно посмотреть. Но все они прижились. Некоторые, сейчас пойдемте, я покажу. Некоторые под снегом немножко погнулись, но остались тоже живые. Это сеянцы сосны. Я посадил вдоль лицевой части нашей дачи. Вот, обратите внимание, некоторые они погнулись, но она сама не сломалась, только прогнулась под снегом. Я вот воткнул палочку и привязал. Давайте лицевые все до одной у нас прижились. Все мы видим зеленые. Давайте пройдем к следующим нашим хвойным сеянцам. Итак, на холме мы посадили вот такие, если не ошибаюсь, это горные сосны мугус. Они вырастают, сказали, не больше 2 метров. Около, если не ошибаюсь, по-моему, 100 рублей, что ли, сеять саженец стоил. Вот такой вот. Давайте обратите внимание. Воткнул я палочки. Вот они все тоже прижились. Их тут 10 штук. Вот они идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все живые. То есть осенью, зиму они перезимовали отлично. Пойдемте дальше. Вот воткнул. Здесь уже большие сосны. Вот воткнул. Вот они палочки. Вот они все растут. Все. Все зеленое, все прижилось. Из всех. Ну, посмотрите, это я хочу сказать, что это еще далеко не все. Что они пережили зиму. Некоторые, может быть, дальше не приживутся. Это не значит, что не приживутся в целом. Потому что их надо поливать летом, постоянно поливать, постоянно все это рыхлить, убирать. То есть в дальнейшем, может, какие-то из 50, 52 или 54, я не помню, если бы есть какие-то, могут и тоже засохнуть. Но будем стараться, чтобы прижились все. Видите, сеянцы я посадил, пока 100% приживаемость у меня. И сажал по-спартански, я говорю, сажал осенью черенок, раскрыл землю немножко, залил воды, воткнул от сеянца, утрамбовал его, сверху немножко песочком еще полил чуть-чуть воды. Все, посадка готова, и все, 100% приживаемость у меня была. Ну и так, дальше я тоже покажу вам. Следующее видео, наверное, покажу я осенью, поскольку у меня их все-таки останется. Итак, на сегодня все. Всем, кто понравился, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке и кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!